Ночью в Троицкую церковь, где молится святой Сергий, врываются бесы в островерхих шапках и начинают сатанинские пляски на амвоне. Страстной молитвой, обращенной к Богородице, Сергий изгоняет нечисть из храма. В освобожденную церковь неожиданно нисходит Богородица и обещает святому быть небесной заступницей русской земли от всех ее врагов. Слышишь ты печаль мою, мольбе о родине внимая. Пресвятая Богородица, в этот грозный час силу сатанинскую, ненависть ордынскую отведи от нас. Будь нам покровительницей, будь нам молитвенницей, заступницей будь и к небесным пожитвам, к землям хлеба пошлим. Устреми путь наш! Thank you.
именем Пресвятой Троицы сгинь! Woo!